Около 10 борцов в составе национальной сборной, громкие победы на крупных турнирах и, конечно, золотая молодежь, у которой впереди дорога в большой спорт. Итоги года по Казак-Куресе подвели в ДК молодежи. За церемонией награждения лучших в этом виде наблюдала наша съемочная группа. Айбол Урусгалиев, тренер со стажем. Опыт и особые умения готовить борцов не раз приводили его подопечных на пьедестал. Так, на последних соревнованиях республиканского уровня сразу несколько его воспитанников оказались в числе призеров. Поэтому высокая награда наставнику досталась заслуженно. Я работаю около 7 лет тренером по казах-курюсу. В прошлом году в турнире «Жас Барыс» мой ученик стал лучшим и завоевал золото. А в республиканском турнире «Ахбедай» мои ученики стали призерами. Спортсмены, тренеры, ветераны и юные дарования. В числе обладателей призов все, кто внес весомый вклад в развитие Казак-Куресе в регионе. Всего 10 номинаций. Их обладателям достались дипломы, статуэтки и денежные сертификаты. Однако самое главное, что это общая победа. Ведь в прошедшем году данный вид национальной борьбы в нашем регионе сделал существенный скачок. Мы достигли тех результатов, которые мы давно не были. У нас были материалы, но были кое-какие причины, которые мешали нам занять определенные первые места. Но совместно с тренерами, совместно с горспортом, с облспортом, с акиматом вместе мы объединились и как единый кулак решили этот вопрос. И результат не дал себя долго ждать для нас. Поэтому, к примеру, это лучший результат «Жас Барыс», который наши юношеские спортсмены принесли золото, серебро и две бронзы. Стоит отметить, что данное мероприятие проходит в регионе впервые. По словам организаторов, оно станет традиционным. Помимо церемонии награждения, для зрителей подготовили концертную программу. Алексей Кочемасов, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал «Акжаик».